Макс, иди сюда, пожалуйста. Посмотри на картину. Как тебе? Ты новую написал? Очень красиво. Спасибо. Узнаешь дом? Да, конечно. Это наш дом. Люблю тебя. И я тебя люблю. Здравствуйте. В данный момент не могу говорить. Перезвоню, как освобожусь. Макс, привет, это Саша. Слушай, Лена, я нигде не. Соболезную, я понимаю, как тебе сейчас трудно, но мы делаем все, что можем. Перезвони мне, пожалуйста, как услышишь это, и держись там. Пожалуйста, не уезжай. Подумай еще раз. Нет, я не могу здесь больше оставаться. Я не повезу тебя никуда. Давай спокойно все обсудим. Нет, все. Ничего не хочу слышать. Я сама как-нибудь доберусь. Лена, не уходи.
Ну, привет, дружище. Как ты? Привет, Саша. Ничего, что я так поздно к тебе, без звонка. Ты просто так и не перезвонил. Я зайду? Да. Проходи, не стой на пороге. Присаживайся.
тебя что, сгнило? Запах. Странно. Я не чувствую. Скорее всего, заяц или я уж под полом сдох. Могу убрать, если мешает. Да ладно, я привык уже. Неплохо мы потренировались этот день. Тебя отправил в нокаут. Да я уже не помню. Будешь кофе? Да давай, не откажусь. Спасибо, не хочу пока. Слушай, насчет Лены. Мы никак не можем ее найти. Обыскали везде, обзвонили всех и... Всем без толку. Прости, Макс. Твоя вина. Если еще чем-то могу тебе помочь, то только скажи. Нет, ты сделал все, что мог. Больше ничего не нужно. Я тоже за нее очень сильно переживаю, она... Хватит! Пожалуйста, не говори мне больше о ней. Слушай, а где у тебя уборная? Прямо по коридору справа. Там дверь открыта. Да, я выхожу. Макс. Чем ты играл с Леной перед тем, как она ушла? Зачем ты спрашиваешь? Да просто нужно запомнить, какие бумаги по этому делу. Я не помню. И она ни разу не выходила на связь за эти дни. Я же сказал, что нет. Максим, подумай еще раз. Может быть, она все-таки сказала тебе, куда собралась? Или кому?
Ну? Саш. На самом деле, за день до ее пропажи у нас была ссора. Она сказала, что уезжает. Ты ничего не говорил про ссору. Она собрала вещи и сказала, что уезжает от меня. И после этого я ее не видел. И я не понимаю, зачем ты меня обо всем об этом спрашиваешь. Ты врешь, Макс. Что? Что у тебя в ванной? Там вроде нет. Там нет. Макс, хватит врать! Я все видел! Боже, что ты наделал? Это конец. Старший следователь Суворов. Не делай этого. Срочно следственную группу на улицу Садовая, дом 25. А! Остановись, Макс! Поздно, дома уходи. Не вставай. Сказал, не вставай, не делай хуже. Куда уже хуже? Моя жена предала меня. А теперь ты, друг. Постоянно учила меня жизни. Называла меня ничтожеством. Неудачником. И в конце концов, забрав меня, все решила уйти. Нет. Нет, так не пойдет. Никто бы не догадался, если бы ты не заглянул в эту чертову ванну! Но сейчас это уже не важно. По-видимому, ты опять выиграл. Ты убил свою жену. И шутишь. А что мне еще остается?